Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 7 серии. Итак, левая сторона целая, поврежден капот, телевизор, переднее крыло, бампер, усилитель, все это меняется. Также поврежден лонжерон правый, его я буду делать. Ну что, разбираю. Итак, машина разобрана до нужной мне кондиции, и теперь приступил к ремонту. Первым делом выправим правый лонжерон. Прикрутил часть усилителя бампера, за нее тяну, вместо залома давлю. И между делом простукиваю по всем заломам. Ну что, лонжерон как бы в норме, потом выясним. Теперь вытягиваю остальные части правой стороны, которые повреждены. Натягиваю и также простукиваю все заломчики. Ну что, пришло время измерить диагонали, все расстояния и высоту лонжеронов. Примеряю другие части переда, но и как видим, есть несовпадение. Исправляю это. Итак, друзья, все это я исправил, еще раз измерил, и как можете видеть, сейчас все стоит чудненько. Ну что, скручиваю все остальные элементы переда. Итак, работы с металлом закончены. Я ее разбираю и отдаю на покраску. После покраски я ее собираю. Итак. Итак, этот автомобиль тоже отремонтирован. Ну а на сегодня, пожалуй, все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!